All right, let's take a look now at the third sermon. Хорошо, тогда давайте обратимся к третьему посланию. And that is found in chapter 4. Оно записано в четвертой главе. And here is where Amos cries out against the cows of Bashan. И смотрите, здесь пророк говорит против телиц Васанских. Now, the land of Bashan was a land within the northern kingdom of Israel. Васан располагался в границ, в пределах Северного царства. And because the land was very lush and the pasture land was wonderful, это место славилось такими хорошими, сочными пастбищами. The cows who lived in the land of Bashan were fat and sleek and very healthy. Соответственно, и скот, который там пасся, был очень таким откормленным, здоровым. But when he talks about the cows of Bashan here, he's not talking about cows. Ну и, конечно, когда он здесь говорит о телицах васанских, он не говорит о телицах в прямом смысле этого слова. I don't mean this disrespectfully, but he's talking about the women. Я не хочу показаться неуважительным, но здесь он говорит о женщинах. These women are those who oppress the poor. Это те самые женщины, которые роскошествуют за счет нищих, за счет бедных людей. They tell their husbands, I want all the rich and expensive things. Они говорят мужьям своим, я хочу иметь вот эту дорогую вещь или вот эту дорогую вещь. And if you have to cheat the poor to get more things for me, then go ahead. Если для того, чтобы приобрести эти вещи, необходимо притеснять бедных, наживаться на их горе, тогда, пожалуйста, я не возражаю. Так говорят они своим мужьям. So you have this picture of husbands and wives who are living in the lap of luxury. Вот представляете картина семей, которые живут в роскоши. They are at ease. В принципе, ничем таким особым не заняты. Living in beautiful homes, separate houses. Живут в великолепных домах. Made of stone. Opulence. Из камня, из драгоценных каких-то камней. Servants meeting their every need. С бесчисленным количеством слуг, которые удовлетворяют все их нужды и потребности. While they're crushing the poor in order to accomplish this. Но для того, чтобы все это у них было, они притесняют бедных. And God says in verse 2. Во втором стихе. And notice in verse 2, the Lord God has sworn by His holiness. И смотрите, какое сильное выражение. Клялся Господь Бог святостью Своею. They will take you away with meat hooks. Что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. The picture is of fishing with hooks. Здесь мы, нам дается образ рыбной ловли. And how a hook is set in a fish's mouth and brought up to shore. Когда рыбак забрасывает удочку, и когда рыба начинает клевать, он подсекает эту рыбу и тянет ее крюком к берегу. But there's actually an historical reference for this. Но здесь есть историческая ссылка на это. Because when the Assyrians took away captives in war, потому что когда ассирийцы брали военнопленных во время войны, they would actually put hooks through the flesh of their captives. Они непосредственно пронзали плоть вот этих военнопленных крюками. Sometimes through the nose or through the ear or other places on their body. Пронзали плоть в разных местах. Иногда ухо, иногда нос, иногда что-то еще, какое-то другое место. And after living lives of luxury and ease and self-indulgence. И вот представляете, после того, как ты жил в роскоши, просто купался в роскоши, ни в чем себе не отказывал, удовлетворял всякие свои потребности. These cows of Bashan will be led away into captivity by the Assyrians. Ты переживаешь вот такой опыт, когда в тебя буквально в твою плоть вонзают крюк и тянут тебя. В данном случае ассирийцы, когда они уводили в плен людей. It's a terrible picture, isn't it? Ужасающая картина, не так ли? But it's God's justice. Но это Божья праведность, Божье правосудие. Now the passage continues and there's even more judgment coming Israel's way. Но пророк продолжает говорить и говорит еще дальше о суде. In verse 4 there are references to Bethel. В пятом стихе опять ссылаемся на идет ссылка на Вифиль. And to a place called Gilgal. И на место, которое называется Галгал. Now normally God does not. Это в четвертом стихе. Sorry. Normally God does not use sarcasm. Обычно Бог не говорит сарказмом. But here, I believe God is being sarcastic as He speaks to the people. Но вот в этих стихах, мне кажется, прослеживается определенная и даже значительная доля сарказма, когда Бог через пророка говорит к народу. Says,
Go ahead, go to Bethel and transgress. Давайте, говорит, идите в Вифиль и совершайте свои преступления. Грешите. Go ahead and multiply transgressions at Gilgal. И умножайте преступления в Галгале. These are places historically where God has met his people. Это два исторических места, где Господь буквально лицом к лицу встречался со своим народом. You may remember the story of Bethel. Вы, наверное, помните историю с Вифилем. When Jacob had been forced to leave his home with his parents. А когда Иакова Бог призвал уйти из дома, где он жил со своими родителями. Going up to visit his relatives to find a wife. А пойти к своим родственникам, где он должен был найти себе жену. He stopped at a certain place and had a vision of God. Он остановился в определенном месте, и там ему было явление Бога. Помните? And he called that place Bethel. И он нарек имя сему месту Вифиль. In Hebrew, that means the house of God. А по-древнееврейски это означает дом Божий, дом Господень. That very place where Jacob met God is the place where Israel is now sinning. Вот то самое место, где Иаков встретился с Богом, теперь превратилось в место поразительного греха, поразительных преступлений, которые совершал Израиль против Бога. And then another sacred place, Gilgal. И еще одно священное место, Галгал. In Joshua chapter 5. В книге Иисус Навин, в 5 главе. Before Israel crossed over the Jordan River. Прежде чем народ Божий пересек реку Иордан. At Gilgal, all the men who had come out of the wilderness. А в Галгале все мужчины, которые вышли из пустыни. They were circumcised at the place called Gilgal. Были обрезаны как раз в том месте. To show that they were consecrated to the Lord. А для того, чтобы в знак своей освященности перед Богом. So it was a place of great dedication, consecration. Опять-таки Галгал, holy place. Был святым местом, священным местом, местом, где народ провозгласил свою преданность, свою посвященность Господу. And this is the place where Israel is now sinning. И вот это самое место, на котором Израиль сейчас умножает свои грехи. Now they're keeping all the particulars of the law. Они, конечно, все соблюдают по закону. Just look at what they're doing. They're bringing their tithes in. Смотрите, приносят жертвы ваши каждое утро, десятины ваши. Verse 5, thank offerings. Приносите в жертву благодарение квасное. And all the rest. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших. God says, for so you love to do. Бог говорит, да продолжайте делать то, что вам так нравится делать. Oh, you love to obey me, don't you? Вам же нравится выполнять мои постановления, не так ли? But while they love to do that, they're also oppressing the poor. Но при всем при том, что вы вот это выполняете, вы притесняете бедных. And they're practicing injustice. И извращаете правосудие. So because they have done that, God is going to give them certain gifts. И поскольку вы делаете все это, я кое-что вам дам, говорит Бог. Normally, when you and I think of the gifts of God, we think of something positive. Когда Бог говорит человеку, ну, скажем, христианину, что он ему что-то даст, обычно мы воспринимаем это в положительном смысле, правда? Food, clothing, shelter. Ну, что Бог даст там жилище или одежду или еще какие-то благословения. The Holy Spirit, the Word of God. Духа Святого, Слово Божие и так далее. God is going to give certain gifts to the people of Israel. Бог собирается дать кое-что и народу израильскому. Verse 6. В шестом стихе. He's going to give them clean teeth. Он собирается дать им голые зубы, например. Now, what do you think that means? Как вы думаете, что это означает? Нечего жевать. Голод. Hunger, famine, yes. Famine. Yes. It doesn't mean he's going to help them brush their teeth. Это не значит, что Бог им всем зубы почистит и все будет хорошо. There's no food to get their teeth dirty. Просто нечем, в общем-то, и зубы-то морать, потому что есть нечего. So the gift God is going to give them is famine. То есть здесь что Бог им дает? Голод дает. Now, at the very end of verse 6. Конец шестого стиха. Even though he's given them this gift, he says, yet you have not returned to me. Несмотря на то, что я дал вам это, конец шестого стиха, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. So the purpose for God giving them famine was that they would turn to him. Другими словами, зачем Богу нужно было давать им голые зубы, давать этот подарок, да, в кавычках, для того, чтобы они обратились к нему? So в этом God состояла says, цель. I'm going to give you another gift. Бог говорит, ну раз вы не обратились ко мне, вот вам еще один подарок в кавычках. And that gift is seen in verse 7 and 8. В 7 и 8 стихе этот дар и описывается. Would someone read verses 7 and 8 out loud? Давайте вслух прочтем 7 и 8 стихи.
Удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой не окропленный дождем, засыхал. Исходились 2-3 города в один город, чтобы напитаться, напиться воды и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Okay, what is the gift God is going to give them in verses 7 and 8? В 7-8 стихе что Бог дает людям? Thirst. Thirst. Okay. No rain. Отсутствие дождя. In an agricultural setting, what could be worse than no rain? Для сельскохозяйственника, для того, кто работает на земле или занимается этим, что может быть хуже, чем засуха? I come from Texas. Я приехал сюда из Техаса. And very frequently it's very hot and very dry. И довольно-таки часто у нас как раз очень жарко и очень сухо. In fact, right now we are in a drought. Вот прямо сейчас у нас засуха. So if this drought continues, we'll be in a very bad situation with not enough water. Если засуха продолжится, то мы попадем в очень неблагоприятные условия. У нас не будет доставать воды, дождя. This is the gift that God is going to give Israel in the days of Amos. Вот такой дар и собирался дать Бог народу израильскому во дни Амоса. And he does it to get their attention. Для чего он это делает? Чтобы снова привлечь их внимание. So that they will turn to him. Чтобы они обратились к нему. But they don't turn to him. Но они не обратились к нему. So God says, I'll give you another gift. Ну что тогда говорит Бог? Тогда вам еще один подарок. And the gift of verse 9 is... И в 9 стихе упоминается еще один такой дар. Что это такое? The gift of pestilence. Это болезнь растений. Caterpillars, scorching wind, mildew. Я поражал вас ржой и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших и маслин ваших, пожирала гусеницы и так далее. So this gift will destroy all the agriculture that hasn't been destroyed by the famine and by the drought. Вот смотрите, этот подарок, так сказать, был призван уничтожить все то, что произросло, несмотря на засуху и все остальное. And then the same response at the end of verse 9. И тот же самое, та же самая реакция в конце 9 стиха. Already seen it twice so far, now it's the third time. Мы уже 2 раза читали эти слова, еще раз их прочитаем. Yet you have not returned. Вы не обратились ко мне, говорит Господь. Could you all say it together? Давайте прямо хором скажем. Вы не обратились ко мне, говорит Господь. Plague of verse 10 is. Дальше в 10 стихе. War. Бог посылает войну. And the same response, yet you have not returned to me. И опять те же самые слова в конце, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. One more gift in verse 11. По 11 стихе новое испытание. And that is an overthrow. Это разрушение, да? I overthrew you as God overthrew Sodom and Gomorrah. Разрушение, да. Но я разрушу вас, как разрушил Бог Содом и Гоморру. And then again, yet you have not returned to me. И опять в конце 11 стиха, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. So over and over again, God has called out to his people. Итак, Бог вновь и вновь обращается к своему народу. He is shouting at them, listen to me! Он просто кричит им, послушайте меня. And they won't listen. Они не слушают. Let's say it all together again. Yet you have not returned to me. Давайте еще раз повторим хором. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. And 5 times God says that. И 5 раз Бог говорит это. So with these 5 gifts God has given them in the past. Вот смотрите, вот эти 5 даров, так называемых, которые Бог дал своему народу в прошлом. They still haven't returned. Даже при всем при этом они не обратились к нему. А теперь еще один дар, который собирается Бог послать своему народу. Verses 12 and 13. 12 и 13 стихи. And all of that that we've seen so far is only preparation for the calamity that's coming. И все, о чем мы с вами читали до сих пор, лишь подготовка к такому дню бедствия, который грядет на народ. I think there's probably no more ominous line in the whole book of Amos than what we read in verse 12. Мне кажется, во всей книге пророка Амоса нет более ужасающих стихов, которые вызывают такое содрогание, как эти. Prepare to meet your God, O Israel. Приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Wow. Oh, that is so sobering. Отрезвляет сразу. This is the God who makes
the mountains and who creates the wind. Это тот самый Бог, который творит горы, который образует горы и творит ветер. And they're about to meet him in power. И вот они должны приготовиться к встретению Бога, Бога, который грядет в силе. And the particular meeting will be when Assyria comes to destroy them. И вот это встретение как раз и произойдет, когда ассирийцы придут и разрушат Израиль. And that is the end of the third sermon of the book of Amos. На этом заканчивается третье послание в книге пророка Амоса. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.